Я уже снимаю. Так, мне что? Да, готовил, да. А ты на колени будешь ему садиться, что ли? У нас тут съемки фильма. Я веду репортаж за кадром. Буду молчать сейчас. Гарнитуру запереть. Можешь говорить. А, можно говорить, да? Пока не пишу. Ну, какая разница? Может, я их отвлекаю своим голосом. Ну, людей всяких. Вот, у нас тут господин пилот. Он снимается в фильме про Мансура. Открыть его? Вот у нас там картина. Не видно, я думаю. Все видно. Видно картина? Вот так происходят съемки фильма. Потом все расскажу, что за фильм. Мы еще сами не знаем, это у нас тут... Мансур снимался с утра, а его папа после обеда. Сейчас он будет рассказывать, что вам нужно прийти, сесть, открыть ноутбук. Ну вы-то будь все переводить, расследовать. Картину видно, я же говорю. Мансур придет? Картину. Мансур придет. Вот здесь такая вот всякие картины, картины в книге про медведя. Видите, все, я ухожу. Просто никого не было, я решила. Не хочу я поближе. Снимаю. Ого, интересный фильм. Фильм начинает быть интересным. А, сначала без футболки. Леша, давай, ты вешалкой будешь. Ой, я же тебе говорю, так всегда фильм начинается. Что, фильм снимается про это, как его? Про медведя. Про медведя фильм снимается. Не, реклама. Да. Но там фильм будет. Это его вставят потом. Они снимают. Ну, я это потом расскажу, ладно? Это... Не хочу рассказывать, да. Это будет секрет. Секретный фильм. Потом расскажем все. Пока интереснее за съемкой наблюдать, а не слушать мой мерзкий голос. Звук не пишет вообще. Безумного. 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 О, естественно, я значит неправильно сказала. А он сейчас скажет, да, Юль, что делать? Нет, там по сценарию было, что он приходит там в домик и смотрит на медведя. Улыбается там, что такое. И Маша. И Маша, да. И слегка придурковатый в этот момент вид как раз. 17 мгновений Мансура фильм называется. Даша, иди сюда. Даша, иди сюда. Что происходит? Съемки фильма. А, ты уже стрим идешь? Да, это стрим идет. Ты хочешь стрим в эфире посмотреть? Нет. Слава богу. Короче, это будет фильм про медведя. Это серия роликов. И Россия ассоциируется с зеленым цветом. Вот и с такой картиной Шишкина. Вот с такой. О, подожди. Сейчас. Сейчас. Да расскажу. Рассказывай, что там никому-то не мешает. Абсолютно. Ну это интересно. Она рассказывает, что делать надо. Зачем? Скорость не важна.
кажется, реклама MacBook. Кажется, реклама MacBook. Садись сразу. Медведь в соседней комнате сидит. Сейчас зайдет в носок. Выпускай медведя. Так, так, так. Да, кусал. Кусал, да. Не в берлогу нес его. Правильно. Опять второй карту попорола. Легкий полумрак. А ты видишь, что там керосиновая лампа? А, там керосиновая лампа. Я не знаю. Это в России все при керосинке сидят. Да. Андрей, ты там... Тоже Мансур, да? Да, 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 да. Везде Мансур. Но его трогать нельзя. А, нельзя. Ну я не знаю, вообще там его нет в кадре, этого Мансура. А. Кожаная куртка есть. Кроме вот этого. Кожаная куртка коричневая? Да, коричневая. Есть желтая куртка. Есть что еще? Желтая ветровка. Ветровка тряпичная? Не, желтая такая, ярко-желтая. Из какого материала? Такая, наверное. Ну, такая она. Я могу показать вам. Медведи потом покажем, кто сидит через два часа. Андрей, ты знаешь, кто такая Наташа Сухарева? Да. Тебе от нее привет. А, все. Это сестра Дмитрия Евгеньевича. Вот Дмитрий Евгеньевич, кстати, на портрете. Вон, да. Вон да. Портрет. Самый. До сих пор при керосине так они думают. Медведь, балалайка, гусли, керосиновая лампа России. Сейчас, пока они все уйдут, я покажу. Смотрите, вот тут вот такие вот фотки, книги, фотки. Вот тут вот керосиновая лампа, тут медведь. Камеру покажи, камеру. Вон оператор. За окном, за окном. Чё? Вот там оператор. А там ничего не видно вообще, там черное окно, блин. Вот картина Шишкина. Не ждали. У вас связь утро в лесу. Скорость набрали? Да, ага. Утро в лесу. Не работает. Да, утро в лесу. Шишкина, 4 медведя тут, а у нас только один. 5. Привет. Привет. Это наш переводчик. Хороший переводчик. А это сестра медведя. А ты сестра, да, медведя? Да, я забыла все время. Я все время путаю ваши эти. Там вот этот оператор сидит. Ну и, в общем, мы ждем дальше. У нас, в общем, эта картина будет... Россия у них ассоциируется с зеленым цветом. Марокко с синим у них было. Россия с зеленым. То есть вот все будет в зеленом цвете, кроме медведя и Андрея. Это будет часть фильма. Кто снимает? Я снимаю. Да. Вот, там тоже медведь есть. Вот. Это фото всегда там. Это для съемок поставили. Так, одежду принесли. Пожалуйста, одежду. Одежду принесли. Вот у Андрея поэтому зеленые штаны. Купили новые штаны. Новые штаны купили, новые ботинки. Что ты в каком-то странном виде ходишь дома, я тебе хочу сказать. В кожаной куртке. А, он пришел домой. Если ты что читала его, можно его открыть, чтобы посмотреть. Может, медведь рекламирует Apple? Это реклама, признавайтесь. Не двигать, все. Бликует, да? Ну, я не двигаюсь, я вообще замер, сижу. О, вот это настоящий летчик, смотри. Еще очки консервы нужны. Все, сейчас нас попросили заткнуться. Не, нас просили не двигаться. А, не двигаться? А ушанка где твоя? Ну все, капец. Окей, мне передай телефон. Она Хорошо. Да. Вот, вот, очень хорошо. Я кормаю.
Покажи, что сюда. Не реально файно? Не то, что тебе надо. Вот файно? Да, чем же. Да, не в них руках. Окей. Ага, это съемки фильма. Андрей Завид. Мы снимаем фильм. Начинаем. Поставьте обратно на стол. Заново начинаем. Поставили на стол компьютер, открыли его. Поставили? Да. Открываем его. Потом, когда уже открыли фотографии, тогда уже вам становится очень тепло и хорошо, и мы улыбаемся. Ну, что, конечно, не дам вам ханить. Ладно, ладно, мы сейчас准备一下, а мы... Окей. Сейчас они попытаются еще раз. Всем пойдем на фанат. Мансура тоже покажем. Мансура. Мансур, он там за окном. Мансур за окном. Старт, когда уже начинается. По-китайски скажут. Да, рядом. Окей, stand by. Sorry to... Можно помедленнее. Можете хоть как-то, как вам удобно. Можете на спинку или как-нибудь. Так круто. Можете двигаться, естественно. Можете туда куда-нибудь ноги переложить. Прямо сейчас позвоним медведя. Естественно. Окей. 可以这样，他腿先拿下来，然后我说开始之后，他把腿放下来，然后再去拿电脑，让他去。Теперь ногу убрали, потом когда уже в руки взяли ноутбук, на ногу. Сейчас свободно. Спокойный, естественно, что не видит. Да. Андрюх. Дальше. Три самолета закрыты, ну дальше помещат. Вывести мусор. Только, ну, такого. Зачем я пришел, называется. Ну, кажется, домой поехал. Да, пока. Пока, Юр. Ваня, набери. Ваня, набери, он тебя хотел. Да, я уже смотрю. Приготовились? Wait. Приготовились? Тебе. Андрей увлекся. Андрей тебя больше не снимает. Что там в ноутбуке? Там тоже медведь? Да, тоже медведь. Покажи нам медведя в ноутбуке. Очень хорошо. Все очень хорошо, но еще раз пробуем. Хорошо, хорошо. Смотрите, вы можете перейти ногу на ногу, там, сидеть.
Со всех ракурсов снимают. В этом стриме должен не медведь, а Андрей. Двигаться нельзя. Что сказать? Сцена 2, дубль 2. Фильм как называется? Мансур суперзвезда. 17 мгновений Мансура. Фильм называется. Наступило утро. Настя, иди сюда. Туда нельзя. Вот туда можно, туда нельзя. В угол садись. А тебе? Тебе туда не надо. Мы уже поняли. Макбук сломается. Макбук сломается, да. Тут у нас группа поддержки. Че? Ну, я все равно жду команду. Я тебе потом лучше скажу. А сейчас не мог, невозможно это сказать. Это в конце. Тебе, айо, кто там? А, ставь, брат. Приготовились? Так, сын. Старт. Ну? Старт. Скажи без ног сейчас. Итак, танец на шесте. Да, Мансур днем снимался. Ему лестницу дали, он целый день играл. Да. Теперь можете сесть так, как вы сидели.
там ногу сделали, открыли и уже смотрите с этого момента. Окей, 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 окей. Да. Вот, вот, да, да, да. Керосинку закрыли. Можно смотреть, да? Алла. Луба. Ты. Стар. Okay. 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 То же самое делаете, только они будут То есть открываю сейчас, начинаю смотреть. Да, да, да. 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 Да, оттуда видно, отсюда просто не видно кое-что другое. Хорошо. Чего он 67? Да не, это я тебе потом покажу. Вдруг с яблоком-то сидеть не зазорно? С обрезком. Там спросили, как раз. А уже ночь кончилась. Снимите его с яблока. А он все фотки смотрит. Он все фотки смотрит, да. Хорошо, да, иметь такую большую, так можно телефон по очереди передать. Тема? А то у меня ракурс бы не получился сейчас. Можно у вас показать? Да, ты можешь нас показать? За кадром. Батарейка опять садится. А мне все время батарейка садится. Спрятался. Я свой телефон не знаю.
А пауэрбанки просто принесите. А кто принесет чай? Про кого там думаешь, Мара? Там медведя, а про кого же еще? Ну, не слышно, не знаю. Вы отдыхаете. Я боюсь уснуть. А ведь может? Может, да. Мы вчера это видели как-то. Главное, ноутбук держи, чтобы не выпало. Окей. Сейчас мы так да, да, головой вправо, влево. Глаза не двигай. Я надел, он говорит, хорошо, как думал, как слушаете. Можете подвигаться. Поем его возить. Скулу почеши, нос там, что-нибудь такое. Ага. Женя, ну, как ты обычно дома сидишь? Один дома не надо. Андрюш, моргать. Ты сейчас начнет носу ковыряться. А, мы уже начали, а? Приготовились? А про кокошник видела? Жене надо в кокошнике. Ой. Ты на работе такой же сидишь? Могу круассан? Можно ноги убирать. Можно на другую сторону. Как хотите. Крестиком жуйте. Да, нахрен мне этот компьютер. Дайте книжку почитать. Как там все. Он даже не фото, даже трансляция на сур смотреть. А там все смотрят как? Ровно сидит Андрей. Ему нельзя его картинку вывести на экран? Пусть посмотрит. Включай этот Инстаграм. А мы тебе отсюда привет будем пересылать. Так не посмотришь его. Да. Не смешите, Андрей, это до утра. А мы тут с самого утра. Мы это не хотим. У нас поминутный гонорар. Андрей, прическу поправь. Почеши голову, носу поковыряйся. Непривычно медведя не видеть. Да медведь спит уже. Андрюх, моргать можно? Дышать тоже. А, надо. Тебе как ты смотришь на медведя и зеваешь? Ты что, вообще что? Я чувствую. Ты еще не сменила шапку. Все, а надо? Записали, что я... Все? Теперь можно спать? А медведь что снимает? Ну как ваши ощущения? Ну как ваша звезда? Ну как, звезда? Это нужно уже все? Аплодируем? Стоп, ну давайте, браво! Браво! Бис, Андрей! Андрей! Все? Да. Показывай медведя. Да. Все, надо пойти к медведю. Там звезда пушистая. Можно пауэрбанк сейчас, секундочку, одну? Долгая играющая сцена. Это у нас... Всем нужно выйти? Да, мы все и выйдем. Андрей, держись. Всем надо сказали выйти. Нет, всем, кроме тебя. А ты раздевайся. Вот там вот Андрей. Там Андрей. Что происходит? Серега, фильм снимаем. Фильм снимаем. Вот, вот там Андрей. Женя в шапке. Потому что мне холодно. У нас холодно. Андрюха уже он зевает. Не спит. Извините, пожалуйста, я сюда вот зайду. Можно повторить сцену? Тяжелая и неказистая ли жизнь народного артиста? Людям нужен. Зачем? Пошли. Кому медведь, а кому и Андрей? Во, а, там что-то лес. Там что-то новое.
Какой ты там? Он уже сейчас стой будет засыпать. Да. Китайцы дораму серии снимают. Что, не знаю, что такое дорама. Я не знаю, что такое дорама. Дорама? Драму, может быть? А, драму. Андрей в Китай увезут. Да, его готовят. Видите, штаны ему одели. О, говорит, так, 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 спереди. Давай посмотрим сзади в профиль. На загранпаспорт снимают. Андрюх, у тебя есть загранпаспорт? А, ну да, конечно, есть. А мы на заднем фоне не нужны? Жень, может, нам просто вывезти на заднем? А. Я думаю, что нет, он снимает, так что ничего не видно. Сейчас вид самое интересное снимать будут. Вон у него, он визирует это сразу в камеру. А, да? Харьков? Все, Андрюха. Андрюха, удачи. Держись. Так, так, так. Меня никак нельзя в Инстаграме найти. Кто ты, Вова? Кто ты, Вова? Вова, ты кто? Так, сейчас пойду покажу всем медведя, что медведь у нас есть. Почему там... Нет, пока рано. Холодильник в очередной раз покажу. Холодильник. Ты можешь открыть холодильник? Пошли. Почему не надо? Чтобы все видели, как он. Ты не переживай, что там у него есть продукты. Холодильник забитый. Забитый холодильник. Все, да, все, закрывай, пошли дальше. Медведь на месте. Сейчас, пойдем медведя найдем. Где медведь? Где Андрей уже, кстати, ответили. Всем причем. Так, так, так. Медведь, медведь. Ау. Мишка, где хвощ? Оксана, мы фильм снимаем. Блин, медведь, какой ты красивый. Мамочка, какой же ты красивый. Боже, панда моя. Пандочка. Вот звезда. Панка так лежит, он хочется накрыть. Да ты мой сладкий. Король одного дубля. Вот у этого, видишь, с первого раза получается. Типа, медведь, ложись спать. Андрей тоже, я думаю, сюда. Андрей, ложись спать. У Андрея этот, да, этот дубль тоже получится. Вот медведь. Ой, ты мой хороший. Ой, мамочка. Песчаная мордочка. Мне кажется, ему так удобно сейчас. Удобно, бесколыбельный. Не будете зверя, да? Да ладно, загрустил. Он сегодня как раз у нас звезда-звезда. Так вот, Оксана, отвечу тебе. Я все никак не могу ответить. Китайцы приехали снимать фильм. Про Мансура. И Мансура они сегодня целый день снимали, а вечером снимали Андрея. Никого мы не разбудили. Медведь, когда хочет спать, он и когда рядом знакомые люди, он спит. Ты думаешь, надо показывать? Почему? Он красивый. Художественный, да, фильм. Давай, открывай. А, сейчас мы, у нас поделка. У нас сегодня был кружок «Умелые ручки». Ну, подожди, смотри, как он хорошо спит. Кружок «Умелые ручки». Давай, открываем новые дороги. Дин-дин-дин-дин-дин. Опа! Смотрите, какая у нас тут штука есть. Вот-вот-вот. А, блин. Красота. Медведь, ты зачем разбудил? Вот. Вот такая вот красота у нас есть. Вот так. Ну, там не очень красиво. Класс, да, ага. Так, медведь, в чем дело, скажи? Что происходит? Так что вот. Кружок «Умелые ручки». Вот мой сладкий. Поел кашки сегодня.
Так что все. И кино сняли, и папу в главной роли сняли, и мальчика сняли. Завтра у Мансура выходной, а послезавтра опять будет съемки. Поэтому Мансуру завтра будет набираться сил. Да, Мань? Песочная мордоха. Вот, да. Бай-бай, да. Все, уходите. Уходите, мой день закончен. Вот лапочку покажу. А теперь, внимание, вопрос. Вот только что мы лапу показали. Какая это была? Передняя или задняя? Сладких сов, Мишаня. Передняя. У кого еще какие? Передняя. Задняя. Левая. Передняя. Задняя. Передняя. Короче, завтра скажу ответ. Крайняя. Линка, ты уже прям авиатор. Передняя я. Что-то холодно, да, уже? Холодно, вообще ужас. Я уже тут ходил. Вторую. Да. Передняя или задняя, я задала вопрос. Мне не разделились. Кто-то написал левая. Ну, конечно, это передняя лапа. Задняя огромная будет. Больше, чем коробка вся. Да, блин, ну что интригу ты мне испортил? Я людям не говорила, что это. Ну, видишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Боковая лапа, да. Ой, босик. Ну что там, наш актер, ты освободился уже, нет? Заснул, наверное, там. Да? Один актер заснул, сейчас второй, наверное. Спасибо, Леша. А теперь левая или правая? Я, кстати, не знаю ответ на этот вопрос. О, там что-то происходит. Мансурка сладких снов. Не, про коробку, да. День полный впечатлений. Ага, сегодня и с лестницей он игрался. Вообще красота. Здрасте, здрасте. Тик-тик-тик-тик. Спи, спи, Мишаня. Любимая бочка на заднем плане, ага. О, смотри, нос закрыл. Раскудрячила. Такое слово смешное. А снится фильм про папу. Ну что, пойдем посмотрим, что там дальше уже снимают. Ничего интересного, да, нет? Медведь, да он спит уже, что интереснее. Разбудим. Нет, Ира, вчера не спал на песке. Вчера спал. На песке вчера спал он разве? Спал. Да? Ну, значит, да, всегда.
Ну, там мы разбудили, какой-то ушел. Ладно, Тань, не буду отвечать. Там что-то какая-то движуха происходит. Они что-то вышли, что ли, уже? Все, закончили. Закончили, да? Может, нет. Мне не разделились-то. Что делать? Отвечать, не отвечать? Проверить, Андрей жив или нет. Андрюху слышно? Он заснул, может, поэтому они сказали, ну все, съемки закончены. До свидания. Никто не волнуется, что актер заснул. Очень мощный такой, хороший. Вот так вот интересно на него смотреть. Ой, ух, такой малюпас. Малюпас. Да, маленьким, ага. Ужас, блин. Ух. Это я споткнулась. Ох, Димася моя. На такой. Уходи. Китайцы, кстати, довольно далеко отсюда. Да, у нас мы все уже говорим по-китайски. Мансур скоро выпускать будет маску для сна. Маски? Да, будет скоро. Вот там китайцы. А тут Мансур. Кто это что вам сказал, что китайцы не любят животных? В каждой нации, знаете, есть жестокие и нежестокие. Все, можете спать спокойно. Ваш олимпийский чемпион лег спать. Спокойной всем ночи. До будущей субботы. Да я не люблю, когда начинают про... Я не люблю китайцев. Китайцы жестокие. Давай нажмем. Это... Давай нажмем. Да, вот видишь, все даже видят это. Жестокая она. Там вот эта девушка, я, ты, семь. Или это девушка, или это не девушка. Она все время задает какие-то вопросы провокационные, непонятно. Ты-то? Да. Не задала. Да, да, это я, ты, семь. Я точно знаю это. Давай забаним. Я не знаю, как это сделать. Я же тебе говорю, это, ну вот. Все, давайте прекратим, а то... Да. Я вот сейчас как раз Лешу и забанил.
потому что я думаю, что все уже устали от нее. Ой, такой медвежуля. Андрей, кстати, не отпускает. Не отпускает, да? Mm-mm. Привет, Натали. В начале эфира был стрим ознаменован съемками Андрея. Как раз и отвечают на все вопросы, где Андрей. Вот мы ответили, а потом следующий вопрос был, где Мансур. Вот ответ на этот вопрос. Освободить Андрея. Ну да. Не знаю, я... Лёш пошёл за фонариком, а я не вижу необходимости. Как думаете? Чё смотреть? Уже всё, медведь заснул. Одежда. Мне тоже спросили, почему я в шапке. А вы говорите, одевайтесь. Да, ага, Мансур. Андрею не нужна помощь, спрашивает. Что, в борьбе со сном? Дай включить. Ну. Ну. Да, Мансур спит, сопит, ага. Почему не в кокошнике, спрашивали? Спит не в кокошнике. Нет, я почему не в кокошнике? Что не в кадре. Смотри, дышит. Дышит, дышит, он сопит прям. Сопит, сопит. Слышишь, сопел. Все, Леш, давай вырубать, а? Ну, пускай он поспит, бедный. Спит прекрасно. Что ты думаешь, ему мешает? Видишь, он на секунду проснулся и дальше на массу давит. Спасаем Андрея, выпускаем Мансура.
Все, вырубил. Все. Все, спокойной всем ночи. Приятных всем снов. Ваш любимый медведь, пышные штаны, спит. Спокойной ночи, Мансуришка. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сладкий. Все, всем пока.